Смотрите, какие деревья. Это 40 евро, это 10. Красивые. Здесь много разных цветов. О, пальмочки 14. Мед и варенье. И ореховые пасты разные. Здесь разное кофе. Вернее, разный кофе, не разное. Или сейчас все равно? Это чаи, всевозможные чаи. Привет всем! Итак, мы сейчас были в магазине и кое-что купили из продуктов. Вот такая паста Грамина и паста Миста. Это по 59 центов. Чентезими. Здесь полкилограмма. Мы ее берем в основном для супчиков. А вот эта паста подороже, это называется каламарата, и она стоит 1 евро 89, тоже 500 грамм. Представляете, это в 3 раза дешевле почти, а это дороже. Но здесь качество вроде бы получше. Купили печенку 6,98 за килограмм, и в этом пакете печенки на 3,25. Она уже нарезана тоненько, мы ее готовим очень просто. Значит, наливаешь оливковое масло, немножко чесночка, кладешь ломти вот этой печенки. Ну, пару минут она готовится, но не больше, чем 5, потому что нарезана уже тонко. И присыпаешь петрушкой. Очень вкусно, быстро, просто. Здесь руккола дикая по 99 центов, 90 грамм. А здесь салат смешанный. Вот он. Написано «Деликата». Здесь смесь разных салатов и немножко морковочки. В общем, все это уже промыто, обсушено. Можно просто открывать пакет и сразу же есть. Тоже по 99 центов. 200 грамм. 220. Знаете, иногда не хочется брать целый, прямо целую головку салата. Мыть ее, потом, чтобы сделать такой смешанный салат, надо взять несколько головок. В общем, возиться не хочется иногда. Лень, матушка. Берем вот такой пакет, открываем, приправляем маслицем и все, готово. Сольки немножко. То же самое руккола. Она здесь уже промыта, обсушена. Готова к употреблению. Это петрушка. Петрушечка стоит 49 центов. Здесь сыр. Сыр даже не знаю почем. В общем, здесь не написано почем. Сейчас посмотрю, скажу. Но это сыр написано из горного молока. Нарезан уже тоненько. Он именно для бутербродов. Или когда готовишь, например, шпинат. И вот такие тоненько нарезанные ломтики кладешь сверху. И получается очень вкусно, когда он растает. Вот за 2 таких пакетика этого сыра 4,10 заплатили. Здесь 130 грамм в каждом. Вот такая пассата из помидоров. Это очень густое пюре для того, чтобы готовить разные соусы. И стоит 69 центов. Вот эти 4 рыбы 19,47, а за килограмм 6,70. Она здесь называется ората. Но в других местах дорада. Рикотта 1 евро 45 центезими. Здесь говорят центов. 300 грамм.
И очень-очень вкусная, кстати, нежная. Уже говорила, что творог в Италии не так сильно распространен, хотя он есть. Называется фёки ди латте, молочные хлопья. Но его не всегда и не везде можно найти, хотя сейчас, по-моему, уже есть он. Ну, в общем, вот, рикотта вот такая может вполне заменить. Вот такие яблоки Golden. Написано 1,50 за килограмм. И киви. Киви 5,19 стоит, а за килограмм 3,59. Вот молоко, кстати, меня еще спрашивали, почему у нас молоко. Вот литр такого молока 1 евро 25 центов. И это молоко натуральное. Вот эта марка очень хорошая, натуральное молочко. И сливки у них отличные, и масло сливочное они делают. В общем, все. Вот эти яйца очень крупные, видите, написано грандиссими. И курочки вот растут на земле. И эти 6 яиц стоят 1 евро 79. Вот такие у нас цены на обычные простые продукты. Ничего особенного здесь нет. Именно просто все, что необходимо для питания обычного. Это я именно засняла ролик, потому что многие спрашивали, что давно не было обзора покупок именно с ценами простых продуктов. Выбрались с Альфредо на прогулку. У меня этот влог из разных кусочков будет состоять. На этом месте я уже снимала вам. Ой, такое яркое солнце, не могу прямо, вот в тенечек зашла. Солнце очень яркое сегодня. И небо голубое, и море прекрасное, красивое. Сейчас я подойду к морю, вам сниму. Душа радуется, когда такая погода. Тут же тянет на воздух, на улицу. А вот когда пасмурно, хочется дома позаниматься чем-то, правильно? Вот, видите, как прекрасно сегодня. Даже ветра нет совсем. Чудо. Меня всегда радуют пальмы и эти оранжевые кисточки диких фиников. Так остановлюсь иногда и любуюсь. Какая красота! Здесь навалили огромные кучи, видите, этих камней, чтобы защитить берег от воды. Вот такое чудесное море сегодня, прелесть. Но мы гуляем не там, не у кромки воды, а здесь вот, где асфальт. Здесь мальчишки играют в мячик, в баскетбол, по-моему. Хочу ответить на один вопрос, который мне задавали по поводу скребков гуаша, массаж гуаша и этих всевозможных роллеров. У меня такое отношение к ним не очень-то доверчивое, так можно сказать. Я считаю, что нет ничего лучше своих собственных рук, своих собственных пальчиков, мягких, чувствующих и излучающих позитивную энергию, так мне кажется. Но это мое личное мнение, конечно. Может быть, кто-то не согласится. Но просто скажу, что я вот что заметила. Те женщины, которые слишком усердно пользуются этими скребками, этими роллерами, у некоторых почему-то становится худое лицо. Такое осунувшееся, жировая прослойка под кожей, видимо, уходит. И лица становятся какими-то остренькими, какими-то старушечьими, короче. Я даже знаю одну женщину, которая так себе испортила лицо. Усердствовала, и у нее лицо превратилось в старушечье. Вместо того, чтобы омолодиться, оно как-то все сморщилось, подкожный жир ушел. И вместо молодости оказалось такое остренькое, худенькое, маленькое личико какое-то. Ну, как будто даже нездорово смотрится как-то. И появились даже морщины из-за этого.
обратный эффект. Так что нужно быть очень осторожными, я считаю. Может быть, кому-то это и подходит, тем, у кого отечные лица, вот отеки, или слишком толстое лицо, такие щеки большие. Может быть, им надо немножко подкорректировать, не знаю. Я почему-то с опаской к этому отношусь и предпочитаю свои собственные пальчики, свои руки. Потому что, вы знаете, легко очень нарушить и очень трудно восстановить. По-моему, это даже невозможно будет восстановить потом, чтобы было естественно и нормально. Такое хорошее лицо, свежее и не худое. Такой был ответ у меня. Ну, вы, конечно, делайте так, как вы хотите, как вы предпочитаете. Это никакой не совет, просто мое отношение. Вот рассказала, ответила на вопрос. Можете в комментариях присоединиться, поделиться своим опытом. С удовольствием почитаю. Вон Альфредо мой сидит, дает мне немножко поснимать, ждет. Спасибо ему за это. И иногда он помогает мне снимать. Ну, правда, редко, но иногда соглашается. Красивым ковром повылазили и маргаритки, и травка. Прошлась чуть-чуть, и у нас здесь как бы скверик такой небольшой среди домов. Тишина, красота. Сегодня отличная погода. Плюс 15. Небо такое голубое, но оно не всегда бывает такое. Вот когда так ясно, красиво, я всегда стараюсь выбираться, чтобы погулять, заняться физической активностью. Я гуляю быстро, спортивной ходьбой такой.
И потом останавливаюсь и любуюсь красотой природы. Если что-то замечаю красивое, обязательно остановлюсь, полюбуюсь. Меня поразил комментарий под моим новым влогом, который я недавно снимала. Тоже была очень хорошая погода. Много комментариев хороших получила, но некоторые были такие, что просто поставили в тупик. И один из них, женщина пишет: «Да, все красиво, хорошо, но с ужасом жду жару в 40 градусов летом». Меня так поразил этот комментарий. Я подумала: ну давайте будем с ужасом ждать 40-градусную жару летом. Когда это она будет и будет ли она вообще? У нас редко, кстати, бывает 40 и выше. Ну, какой-то период времени, может быть, в августе и будет, кто знает. Год на год не приходится. Давайте не будем наслаждаться сегодняшним моментом. Будем с ужасом ждать жару. Ну, такая странная вообще. Вот какие мы разные. Я живу сегодняшним моментом. Вот я вижу эту травку, я любуюсь ею. Я наслаждаюсь, я получаю удовольствие и хочу вам передать это. А она с ужасом ждет чего? Она сама себя программирует на ужасы. Иногда становишься в тупик, конечно. Потом еще одна пишет: «Вам там хорошо? Все морепродукты свежие, вы, наверное, их уже не едите. Они вам надоели». С какого перепуга они нам надоели? И почему это мы их не едим? Мы их с удовольствием едим. Питаемся нормально, простой, скромной едой. Для Италии, кстати, морепродукты — это не так уж прямо сильно дорого и изысканно. Особенно у нас есть здесь такие лавочки, куда привозят рыбаки со своих лодок улов свежий. И там можно тоже по приемлемым ценам вполне себе купить кое-что, особенно в сезон. Например, когда ловят мидии, там эти мидии бывают по 1,50 €, ну 2,50 € может быть. Это наша набережная сегодня. Сегодня воскресенье. Много машин, много людей гуляют на побережье. Я сегодня готовлю тушеную капусту. Нарезала ее квадратиками. Сначала поджарила лук и морковку. Затем добавила немного помидорчиков и немножко петрушки. Все, забросила капусту сюда. Немного водички добавила еще. Сейчас накрою крышкой и буду тушить до мягкости капусты. Это очень простое и очень вкусное блюдо, которое может быть гарниром к чему-то, а можно его и просто так с хлебушком поесть. Мы частенько такое готовим. Вот у нас бывают иногда разгрузочные дни, когда мы едим только растительную пищу. Вот что-то типа такого. Ну, соль, перчик, естественно, по вкусу. И другие пряности тоже можно добавлять по вкусу. Кстати, если засыпать сюда горсточку риса, и готовить вместе с рисом до мягкости риса, конечно. Ну, нужно уже рассчитать время, когда по времени что будет готово, тогда и засыпать, тогда и добавлять. И по вкусу будет как ленивые голубцы без мяса. Тоже очень-очень вкусно. В моем возрасте торопиться опасно. Нервничать вредно, доверять глупо, а бояться поздно. Остается только жить, причем в свое удовольствие.